дорогие друзья, мы находимся в Венгрии. Это место Балатон. Отель Фюрет 4 звезды. Нас очень впечатлило здесь многое. Ну вот это спа, это, знаете, вот H2O в Ростове. Меня теперь, я никогда не видела чужих минуток. Вот столько много различных бассейнов, саун, спа-процедур. И вот здесь можно из этого бассейна вода горячая. Сейчас мы стали делать это видео, когда нету вот этих водоворотиков, этих массажных струек, вот этих процедур, чтобы было тише, чтобы можно было говорить. Вообще тут вот просто со всех сторон бьют такие мощные струи, тут можно подставить спину. Здесь очень шикарно, потому что и детские есть. Бассейн очень красиво. И бассейн на улице. И можно выйти отсюда и сразу купаться в озере Балатон. Это необыкновенно. Вот здесь очень интересно, то есть несет тебя потоком воды, ты плаваешь, и мы делали круги наоборот, то есть мы шли, преодолевая нагрузки. Есть бочка с водой, есть лед, есть очень много различных саун, хамам, ароматерапии, инфракрасных, ультрафиолетовых кабинок. В общем, это здорово. А вот сейчас как раз вот пошло то, о чем я говорила, да. Много маленьких, больших, с горячей водой, с холодной водой, с теплой водой.